Привет, с вами Катя Формина. Ник у меня принцесс Ленин. Суть в том, что мне сегодня наконец дошла моя посылка, которую я заказывала со вторички. Честно говоря, я даже не помню точно, как она называется. Что-то типа Усаги Йокухитен, Усаги Йокухитен. Ну, в общем, Усаги что-то там я заказала где-то, наверное, недели-две назад. Наконец-таки она мне дошла. Вот, это такая коробка. Мне привезли ее, наверное, где-то сегодня в 11-12 часов. Я все это время ее не открывала, потому что хотела снять. Мне очень интересно, что там. И поэтому я подумала, что пусть мы, типа, посмотрим на этом месте. Сейчас я возьму ножницы и буду открывать вот эту коробку. Вот мои ножницы. Так. Тут какая-то очень много всяких вещей. It's so strange. Я никогда не делала таких вещей. Но моя сестра делает такие вещи, поэтому в теории я знаю, наверное, как делать. Так, короче, смотрим. Я открыла коробку. Это было быстрее, чем я думала. Так, что у нас тут? Вот коробка. Вот такой пакет. О, я помогу показать вам этот пакетик. Усаги Йокухитен называется это. Как минимум, со стороны напомнить. Это очень мило. У них здесь есть адрес, как дойти. Let's open this. Хорошо, что там не то, что я ждала. А то я думаю, тут я открою, а там не то, что я ждала. Так. Вот. Это юбка от Angelique Pretty. Это моя первая брендовая вещь. То есть она как бы не первая. Первое, что у меня было, это платье от Innocente. Но у нас с ним не сложились отношения, поэтому я была немного excited. Обычно я заказываю всякие китайские платья, но так как завтра, ну, на тот момент, когда я снимаю это, завтра мне исполняется 20, и я подумала, что нужно сделать себе подарок. Эмирайт сказала, что оно должно пахнуть плесенью, но оно... По-моему, оно пахнет ничем. Ну, может быть, я атрофировала нюх. Оно ощущается совсем по-другому, честно говоря. Вот она. Там-там-там. Я думаю, что мне нужно ее померить. И все такое. В общем, как-то так выглядит она. Мне, честно говоря, очень нравится, как она сидит. А еще у нее есть кармашки. That's so cute! Когда ты делаешь так, ты похож на маленькую медузу. Ну, вообще-то я не очень умею делать всякие эти анбоксинги и все такое. Но я постараюсь сказать, что об этом думаю. Мой рост примерно 160 сантиметров, и эта юбка закрывает мне колени. Что на самом деле очень клево, потому что, возможно, этого не так видно, но так как я очень сильно худая, то обычно я беру себе одежду, чтобы она не висела на мне вообще. Самых маленьких размеров. Самые маленькие размеры, они короткие все равно, наверное, рассчитаны на девушек еще ниже. Поэтому мне очень приятно, что эта юбка очень хорошо сидит на моей талии. И тем не менее, она довольно-таки длинная, что очень приятно. Если посмотреть, то вот у меня подъемник, после здесь еще вот такая юбка. Она на ощупь напоминает ткань для детских платьев. Потом идет еще вот такая штучка с очень милым кружевом, кстати. О, здесь написано типа Angelique Pretty. И сверху вот такая, наверное, это шифон, я не разбираюсь в тканях, вот такая шифоновая накидочка. И вот она уже с принтом. Здесь нарисованы всякие котики и всякие пегасики, и написано Холли. Холли, это клево. Мне еще нравится то, что бантик стоит прям так аккуратно, очень красиво. По-моему, мило смотрится. Ну, в общем, так как я заказывала со вторички, то я могу сказать то, что, ну, здесь нету никаких пятен или дырок или чего-то еще. Все очень чистенько, аккуратненько. Пахнет тоже очень приятно. Не плесенью. I'm so excited. Feel so strange.
это было такое очень короткое видео, потому что я не умею снимать распаковки. Спасибо, что вы посмотрели его, и я надеюсь, то, что мы с вами увидимся в всяких следующих туториалах и всяких следующих других странных видео, потому что я планирую сделать много разных херни. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, чтобы дальше следить за моим творчеством и за разной фигней, которую я делаю, естественно. Также подписывайтесь на мой инстаграм. Можете задать мне вопрос на Аске, если вас что-то заинтересовало, потому что я отзывчивый человек, я всегда отвечу. Можете писать мне в личку, я тоже всегда отвечу. Надеюсь, мы с вами увидимся в следующих видео. И до скорых встреч! Так как скоро Новый год, почему бы нам не сыграть что-нибудь новогоднее? Поэтому давайте сыграем что-нибудь новогоднее. Если я вспомню. Вам хорошего Нового года и клёвого Рождества, и чтобы все было у вас клёво, мило и хорошо. Я знаю, что я не супер певица, когда играю на укулеле, но